Мы общаемся сейчас с девушкой Виолеттой, которая пела на показе у дизайнера. Виолетт, расскажи, пожалуйста, как это было? Как всегда, прелестно. Детки просто обворожительные, очаровательные. А петь, ну, всегда выходить на сцену — это небольшой риск и страх. Я эти чувства себе немного приглушила, поэтому все прошло хорошо. То есть ты не первый раз уже поешь на показах? Сейчас надо вспомнить. Нет, по-моему, пою на показах. Это, по-моему, первый раз. Наверное, да. А до этого где выступала? На премиях, на концертах, на партийных зонах, на жаре в Вегасе. Вот такие все мероприятия. А где больше всего понравилось? Наверное, либо на премии Moda Topical, либо на партийной зоне в Вегасе. А ты только поешь или еще танцуешь? Нет, вот танцевать — это, наверное, не мое. Пою, модель. Пока так. А, то есть ты еще и ходишь, да, у нас по подиуму? Вот в показах я часто участвовала. Здорово. А тебе что больше нравится, ходить по подиуму или петь, выступать? Нельзя это сравнивать, совершенно разные понятия. Когда по настроению? Иногда петь больше хочется, иногда просто пройтись и ничего не говорить. А были еще идеи, где бы ты еще хотела бы спеть, вот если так помечтать? Ох, если мечтать, то, наверное, за границей, в России. А, можно, знаете, на площадке Live Fest, что-нибудь такое, где большая аудитория, какой-нибудь спортивный комплекс. Ну, именно вот на лайв-площадках на улице. Какие-нибудь мероприятия такие. А за границей, если бы тебе предложили, например, спеть в Колизее, ты бы согласилась? В Колизее? Ну, подумаем. Ну, может быть. Хорошо, спасибо, Виолетт, большое. Удачи тебе в твоих творческих выступлениях. Спасибо, что была с нами. Спасибо большое.